Уже прошло какое-то время с тех пор, как я покинула Лотеринг. Выйдя из обители, я понятия не имела, куда приведет мой путь. Я шла, куда меня вел Создатель, и он наградил меня за веру. Я нашла тебя. Ты не представляешь, что я чувствую, когда ты так говоришь. Впрочем, уже поздно. Пожалуй, надо лечь пораньше. Просто не могу не думать о своей теплой и мягкой постельке. Конечно, милости прошу, присоединяйся. Создатель учит, что мы должны делиться его дарами. Отлично, а теперь пойдем, пока у меня терпение не лопнуло. Привет. Да, спала я хорошо. Правда, уже давно проснулась. Смотрела, как ты спишь. Знаешь, а у тебя во сне веки дрожат. И такие красивые ресницы. Они похожи на маленьких мотыльков. Я хочу поймать их и посадить в кувшин. Я так счастлива! На седьмом небе! А так сладко я не спала с тех пор, как удрала из Орлея. Знаю, что когда открою глаза, прежде всего увижу тебя. И мне от этого так хорошо! Мне так спокойно в твоих объятиях. Любовь, покой и мир. Тут мне и место. Спасибо тебе. Пожалуй, надо мне вставать. Нам предстоит трудный день. Похоже, будет прекрасный день.